Обновленный спортивный объект сегодня открыли в микрорайоне Шайтанка. В школе номер 11 состоялся первый футбольный матч в отремонтированном спортзале. Вместе со школьниками за игрой наблюдала и наша съемочная группа. На поле сборной команды 3 и 4 классов. Этим матчем в школе номер 11 торжественно открывают обновленный спортивный зал. После первого тайма юные спортсмены делятся впечатлениями. Зал прикольный, красивый, хороший, не скользящий, и много воздуха и тепла. Дизайн спортивного объекта лаконичный. Белый с зеленым цвета снаружи, внутри к белому добавили оранжевый и синий. Зал рассчитан для игры в баскетбол, футбол и волейбол. И это лишь первый этаж, второй тоже не будет пустовать. Половина зала будет использоваться для занятий гимнастикой, ну, акробатические элементы различные. Вторая, тут два теннисных стола для игры, соответственно, настольный теннис. Все для того, чтобы было интересно, комфортно, удобно и способствовало как раз стремлению молодежи к занятию физкультурой и спортом. Реконструкцию спортзала в этой школе ждали с особым трепетом. Учреждение – одна из площадок федерального проекта «Футбол в школе». В этом проекте участвуют 124 ребенка начальной школы. Это 41% от общего количества обучающихся. В школе также создан спортивный клуб «Феникс» и организована спортивная секция «Футбол». В ней занимается 58 детей. Школа номер 11 станет одной из площадок для сотрудничества администрации Первоуральска с футбольным клубом «Урал». Сегодня посмотреть спортивные навыки школьников пришли его игроки. Видно у них желание, видно, что они хотят, им это интересно. Это очень хорошо, что как бы спорт развивается. Ребята все молодцы, но тройку человек, учитывая то, что они не занимались, неплохо себя проявляли. И в дальнейшем, я думаю, если они будут тренироваться, то у них получится. Развитие спорта в Первоуральске – одна из главных задач, рассказывает глава города Игорь Кобец. В этом году отремонтировали 3 школьных спортобъекта. Это стадион в Кузино в школе 36, это спортивный зал в Новоалексеевке в школе и полная реконструкция спортивного зала в школе 11 в Шайтанке. Общая стоимость работ составила 22 миллиона рублей. Оценить обновленный спортзал сегодня пришли и родители учеников. Воспитается здесь не одно поколение. Берегите, так красиво. Я прям зашла, у меня сейчас мурашки, пол какой. И я думаю, что да, не одна секция еще будет. Будет сейчас много еще развития. Поэтому нам нужно активное, здоровое поколение. И все для этого прямо сейчас сделано. Огромная благодарность. В школе номер 11 учатся 303 юных первоуральца. Все они, а также педагоги и родители называют себя одной большой семьей. И уверены, впереди у них много спортивных побед. Виталий Мотин, Денис Храмцов, новости, Первоуральск.